fought game. We came out. We just wanted to execute. We know going against Creve Basket, they're a young, talented team. And we just wanted to match that intensity. First half, they kind of ran out on us. We had to regroup at halftime. And we came out and got a good, comfortable lead going into the third, ending up going into the fourth. What can you say about the Creve Basket? Oh, they're a good team. You see, they can shoot. They're tall inside. They got a post player inside. He's long. They have slip and shoot. He's a real good point guard. He passed good. You know, they got number 10. He's a real good shooter, number 20. You know, they're a real talented team, well coached, execute, run their plays real well. Emoции, краткий комментарий, пожалуйста, к сегодняшнему матчу. Ну, в адрес команды Кривого Рога только самые хорошие слова. Команда имеет такую сегодня психологическую базу, такой настрой, борьбу за каждый мяч, что те объективные причины, которые сегодня несколько ослабили, наверное, состав команды, совсем не ослабили игру, и команда играет очень ровно, стойко, прилично, с огоньком. Поэтому победа сегодня далась очень тяжело, прежде всего на щите мы ее завоевали. Ну и во второй половине, конечно, у нас процент попадания вышел на ту норму, которая должна быть, в отличие от первой половины. Ну, в общем-то. Можно сказать, что попадание трехочковой в третьей четверти предопределили? Ну, предопределили с одной стороны, с другой стороны где-то мы не дали забить. Да, Кондратовец забил три очень тяжелых трехочковых. Браво, да, великолепные. Но все-таки они были с противодействием. В остальных ситуациях противодействие, ну, наверное, не дало набрать ту норму, Кривбасу, которую нужно было для победы. Спасибо. Владимир Борисович, пожалуйста, краткий комментарий к сегодняшнему. Ну, прежде всего, проиграли свой щит. Проиграли свой щит. Вначале много нас наснимали, были повторные атаки. То есть, казалось бы, мы немного проиграли половину, но, тем не менее, это сказалось, как оказалось в итоге. Что касается первой половины нашего нападения, мы удачно довольно использовали смены, менялись много фэра. Хорошие были атаки, забивали из-под кольца. Во второй перестали это делать, то есть провалили игру один на один. Было несколько мячей, нам забили буквально на последних секундах. Или мы получали уже, когда больше четырех командных фолов, получали уже ненужные фолы. Нам забили порядка 6 очей со штрафных, легкие мячи. В общем, это все слилось в это поражение. В третьей четверти соперник забил довольно много трехочков. Можно сказать, что это предопределило исход? Естественно, естественно. Дело в том, что мы знали, они сколько всего, 25 раз бросили, 10 забили, 40%. То есть знали, что много бросали трехочковых они. У нас были поспешные броски трехочковых, я хочу сказать тоже. Были неподготовленные атаки, то есть... Это естественно. И убежали нам в контратаку. Когда мы стояли там, мы пытались ставить зонную защиту, не успевали просто встать в эту защиту, когда нам на наших плечах уже забивали. Да, 34-19. Вот и причина поражения 3-4. Начали ее плохо сыграли. Спасибо. Пожалуйста, дайте краткий комментарий к сегодняшней. Игра проиграна. И кстати, результат. Конечно, не очень радует, готовились к команде. Команда непростая, хорошая, хорошо укомплектована. К чему готовились, как говорится, на то мы и попались. Я считаю, что нападение у нас игра была нормальная. Мы не справились в защите абсолютно. И, наверное, переломный момент было это начало третьей четверти, когда мы при положительном балансе в 4 очка, там сразу легкие 3 очковых пропустили. Это игра Запорожья, быстрые прорывы, трехочковые броски, подборы нападения. И в этих компонентах подборы защита, подборы нападения, быстрый прорыв и трехочковые броски, мы с этим не справились. И вроде пытались достать, и доставали там до 5, до 4, там, да, но не хватило, наверное, мастерства, сил. И Запорожье было сегодня, скажу, в ударе. Ну, в ударе, как команда позволяет играть, так она играет.
соперника. И мы, наверное, дали им так сыграть. И такие тяжелые мячи забили на последних секундах. Подобрали мячи, когда вроде уже мы защитились. И вторые подборы очень много было. И ну, эти все компоненты, которые я перечислил, они и решили исход матча в пользу Запорожья. Ну, так я считаю, первую половину неплохо отыграли, но вторую много. Ну, тоже концентрация какой-то спад концентрации в начале. И вроде было все хорошо, и вот это небольшой отрезок решил, наверное, исход матча все-таки в начале третьей четверти. Спасибо.